Потому что я не имел в виду, там, что я там язык... Как я могу свой язык там не уважать, да? Ну, это же абсурд, абсолютно, да? В моем понимании. То есть, ну, когда мне пытаются это приписать, я говорю, нет, ребята, это не так. Это не так. Как было? Не знаю, президент позвонил, сказал, вот как так? Нормально же общались. Не, наоборот. Скорее, наоборот. Это были высокопоставленные по-настоящему люди с разных там... как бы, ну, коридоров, да, которые звонили, и говорю, не переживай, вообще, ерунда, вообще, там, все за тебя. Там было много рукотворно, то есть это ну, однозначно атака, это не случайность, да, то есть это подготовленная штука. Ты считаешь, что это атака? Мы знаем точно, что это атака. Ну, вот мы и хотим, как бы, дальше ругаться. В Казахстане, ну, официально там созданы целые армии ботов и так далее, и если нужно будет завтра сказать, например, Батархан, про вас что-то плохое, то просто, ну, примерный сценарий следующий. Завтра 500 пабликов опубликуют что-то, вырванное из контекста, каким-то из контекста про вас, да. Дальше любой, кто встанет на вашу защиту, на него налетит еще там 20-30 ботов, которые в очень агрессивной манере, именно важно, в агрессивной манере, не дадут им что-нибудь про вас, каким-то образом вас защищать. Вас не обслужили на русском и говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто поймите, как бы, и постарайтесь, да, там, отнестись к этому с пониманием, с уважением. Давайте не будем говорить какую-то там ненависть, да, и так далее. Вот. Ну, на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, ну, кроме ситуации, когда человек реально не знает русского, да? Потому что, ну, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. То есть чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, как бы, тоже культуры, да? То есть вот мне кажется, что вот этот первый поинт гостеприимства, оно должно вообще все перемешивать, да? Салем, достар! Сіз кешігі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешім сұрағам келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек.